Ну вот, я по улице Турка вышел оттуда. Вот он, международный. Там метро международное, станция метро международная. Вот так вот выглядит он. Это не центр, а южная часть Питера. Вот такая вот. Сегодня тепло, все тут растаяло. Грязь на улице. Ну для нас это вообще после Красной Горки. Это не грязь, это чистота. Мрачновато, конечно, немножко, да? Ну, эти ночью огоньки зажигаются, когда все это загорается, когда вечером еще не очень, а вот ночью, когда вот эти огоньки все начинают гореть, весело.